Дети с нарушением слуха сегодня учатся в 4 школах города, и они могут стать базовыми для обучения школьников с подобным заболеванием. Но для этого в Сочи необходимо привлечь специалистов-сурдопереводчиков. В этом городскому образованию могут помочь общественные организации, работающие с глухими людьми. Наши организации по работе с детьми-аутистами, они сами участвовали в процессе подбора тьюторов. И у нас благодаря вот этой совместной работе мы действительно хорошие у нас наработки по именно обучению детей с аутизмом уже в общеобразовательных школах. Вот я предлагаю этот опыт распространить. Всего же в Сочи по программе инклюзивного образования сегодня обучается 151 ребенок. Эти дети ходят в обычные школы с другими ребятами, что крайне важно с точки зрения социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В целом же 43 учреждения образования в Сочи сегодня имеют акты доступности для школьников-инвалидов. Кроме того, на заседании шла речь о подготовке к декаде инвалидов. Она по традиции вот уже 5 лет проходит в Сочи с 1 по 10 декабря.